В Ульяновске состоялся региональный отборочный этап гуманитарной олимпиады среди школьников. Самые эрудированные ребята поедут в Москву, чтобы участвовать в интеллектуальной игре на телевидении. Десятиклассникам из разных уголков нашей области предстояло пройти два испытания – эссе и собеседование. Задания полностью готовят ребят к участию уже в московском этапе. По словам организаторов, это сделано осознанно, чтобы школьники чувствовали себя более уверенно. Сама игра посвящена 1922 году. Дате образования Советского Союза, переломное событие в истории не только нашей страны, но и мира в целом. Задания разного типа, сложности, в том числе связанные с работой с историческими источниками, знание исторических персоналей, дат, событий. Задания из разных областей – это экономика, внутриполитическое развитие, международная ситуация. Интерес в этом году к олимпиаде большой. Подано 130 заявок, из них 60 из муниципальных образований региона и 70 заявок из Ульяновска. Потому что это же, конечно, большой потенциал для детей в будущем. За период игры у нас стало 38 победителей и призеров. А за 2020 год и 2021 год сразу 3 победителя и 4 призера. Данные дети получают льготы на поступление в МИД, в МГИМО МИД России по льготным условиям. Напомню, региональный отборочный этап Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады проводится в Ульяновской области с 2014 года. Всего в Москву отправится 81 человек. В финале же окажутся лишь 9 самых эрудированных школьников страны.